Если вы находите на территории большой пакет с мусором, его класть в пакет свой нельзя. Проверять, что вы туда положили, мы будем. Поэтому своих соседей пихать в пакет тоже не надо. Объясняет условия соревнований студент СГУ, затеяли субботник на диком пляже под мостом через Волгу. Чтобы уборка не была скучной, собирают на скорость последствия бескультурного отдыха саратовцев. Мусора действительно много. И когда мешок наполняется, отвратительный запах только придает участникам скорости. Молодые люди демонстрируют, как им Волга по колено. Девушки идут на безобидные хитрости. Помогаете? Да. Основной улов – бутылки и упаковки от продуктов. Однако встречаются находки и забавные, и даже загадочные. Нашел пару туфель. Это было удивление, как даже не хотелось думать о том, что случилось с этим человеком здесь. Как-то это немножко даже жутковато было. На уже чистой поляне проводят круглый стол в новом модном формате – Open Space. Ну, пропаганда первая. Агитационные плакаты. Вот, да. Чтобы в мозгах людей складывалось мнение о том, что надо что надо этим беречь природу. Да. Это деловая конференция без подготовки и регламента. Тема – экология, но жестких рамок нет. Студенты сами выбирают актуальные и интересные им вопросы. Получается, что у нас идет такое коллективное мышление. Кто-то, допустим, предлагает идею, кто-то ее дорабатывает. И таким образом получается и больше идей, и больше возможностей для рассмотрения любой идеи более глубоко. Покидая пляж, оставляют напоминания об акции чистоты в надежде, что будущим отдыхающим снова замусорить территорию не позволит совесть. Людмила Самарина, Шайн Абдуллаев, ТВ-центр, Саратов.